Приветствуем вас на канале. Это короткий обзор портативного чайника, который работает от сети и может нагреваться до определенной температуры. Ссылка на товар будет в описании. Также не забывайте поддержать подпиской, комментируйте и ответьте взаимностью. Герметичный термос-чайник, выполненный из нержавеющей стали с автоматической системой подогрева. Температура поддерживается при помощи встроенного аккумулятора, который распространяет нагрев по стенкам изделия. Термос способен подогревать воду либо другое содержимое в диапазоне от 40 до 90 градусов. Вы сможете приготовить различные напитки для того, чтобы взять их с собой в дорогу. Объем составляет 350 мл. В качестве контроля есть жидкокристаллический дисплей, обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Потребляемая мощность составляет 500 Вт. Время кипячения воды от 3 до 5 минут. После держит температуру недолго, так что как термос не подходит. Заваривать что-то внутри, кроме воды, не рекомендуется. Функция нагрева и поддержания температуры работает шагом 5 градусов, что очень удобно.